Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Совершенно случайно я обнаружил, что моя книжка, аудиокнижка «Записки голодающего», часть 2, оказалась на спонсорской подписке. А так как сейчас никаких средств нету, не поступает, то я решил все, что на спонсорской подписке было, перенести в свободный доступ. Поэтому, если там что-то вы видели на спонсорской подписке, а потом ее там не стало или еще что-нибудь такое, то в комментариях оставьте свой отзыв, что мы хотим, чтобы со спонсорской подписки перешла такая-то, такая-то книга. Значит, смотрите, я проделал огромнейшую работу. Вот представляете, вот «Записки голодающего 2, 45 минут диктовал, час 9 минут, 32, 51, час 17. Кстати, керосинчики, вы можете здесь познакомиться с методиками применения керосина, которые я там рассказал. Ну, посмотрите. Вдруг что-то полезное будет. Далее, вот детка Порфирия Корнеевича Иванова есть, 37 минут. И, наконец-таки, последняя глава, 2 часа 6 минут, практически 7 минут я диктовал. Видите, какую огромную работу я проделал. И вот, благодаря моему хорошему Валентину, мы определили, что эта книжка недоступна. И теперь я пришел и сделал ее доступной. Так что приятного прослушивания моих аудиокниг. Свои замечания вы можете сделать. Где-то я там что-то там поспешил. Какие-нибудь маленькие пропуски оставил. Но тем не менее, я читал на таком хорошем оборудовании, которое самостоятельно приобрел. Поэтому наслаждайтесь. А в конце, естественно, мой хит, так сказать, на все оставшиеся времена. «Шелестят конфет обертки» – новогодняя песня. «Шелестят конфет обертки, запах мандарин стоит». Ну и так далее. Итак, приятного прослушивания. Кстати, песню распространяйте везде. Я думаю, что это не хуже большинства подобных песен. Есть особый день в году, наступает темноту, Новым годом он зовется и для всех людей дается. Шелестят конфет обертки, запах мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, народ, наступает Новый год. Он плачу нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это Новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалом входит счастье в каждый дом. Веселись, народ, наступает Новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это Новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курорта пей. Веселись, народ, наступает Новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это Новый год. Бум-б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 ум-